Вид с кровли дома номер 80 открывается красивый, но сотрудники фонда капитального ремонта, представители подрядчика, администрации района и управляющей организации поднялись на крышу не любоваться окружающей обстановкой, а посмотреть на проделанную работу. Объем работ здесь сделан немалый. Съем старой крыши полностью, рубероид там 6, 7, 10 слоев, я не знаю, сколько их там было. Идет полная подсыпка керамзитом, сверху делали сетку, ложили стяжку, делали очень хорошую разуклонку. Везде поставлены отливы по контуру всего дома. Сверху сделано технониколем два слоя. Первый и второй слой. Ну, как положено, все по СНИПам. Несмотря на то, что существуют определенные регламенты и нормы, в соответствии с которыми проводятся работы, подрядчик внимательно прислушивается к просьбам жильцов и управляющей компании и старается сделать больше, чем прописано в документации. Впрочем, у строгой комиссии ряд претензий все же есть. Потому что вот эти вот зонты, они должны быть на каждой трубе. Они же, видите, есть эти зонты. Значит, тогда на каждую трубу по этому зонтику. Сделаем. Даже не сомневаюсь. Несмотря на претензии, в целом проведенной работой комиссия осталась довольна. Сегодняшний день кровельное покрытие выполнено, замечания у нас по нему минимальные. Подрядчик обязуется устранить эти замечания в короткие сроки, дабы данный объект сдать в эксплуатацию. Одна из главных проблем – образование зимой льда и сосулек. Это происходит от того, что крыша нагревается изнутри и выпавший снег тает. Теперь эта проблема решена. Кроме того, в некоторых местах увеличена высота вентиляционных шахт. Когда был ветер или снег, у людей прямо через шахты, через трубы все затекало внутрь. Мы это все устранили, подняли. С такой покатой кровли будет быстрее уходить и дождевая вода, а значит, с разводами на потолках местные жители могут попрощаться. Кстати, многие из них лично следят за ремонтом. После того, как официальные лица спустились, на крышу собралась уже неофициальная комиссия. Пойдем, Валюш, подымемся. Пойдем? Пошли. Ряд мелких недоделок подрядчик исправит в ближайшее время. Также рабочие помогают жильцам очистить окна от пыли и грязи, которая образовалась во время ремонта. Главные же испытания кровли пройдут совсем скоро, в ближайшую зиму. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.